Всем привет! Сегодня будет обзор моего видео на новый кексик. Я вам уже показывала обзор старого кексика моего. Но мы его сегодня тоже откроем. И новый. У него нежно-розового глазурь, и сам он синий. Очень красивые два кекса, и они пахнут шоколадом. Открываем сначала старый, а потом новый. Шляпка. Ёбочка. Вот. И шляпку. Вот так моя куколка выглядит. Ручки у нее двигаются. Вот она такая вот куколка. С ней даже можно играть в кукольный театр. Потому что специальное место для рук. Извините. Открываем новый кекс. У нее синие волосы, уже другого цвета. Это маленечко на плечи. Готово. У нее платье уже другого цвета, и сама она другая. Вот такая вот она у нас. Волосы у нее другие. И шляпку. Вот такие вот две прекрасные куклы. С ними можно играть, как будто они друзья, и играть с ними в кукольный театр. Вот и коричневое дно, а вот и синий. Очень хорошие кексики, прям мне они очень нравятся. У них волосы красивые, они сами очень, и платье у них очень такие прям интересные. Господи, что на чем падает? Всем спасибо за просмотр, всем пока!